Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Надежды Мэо. Композиция называется «Не буди меня». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Не буди меня, я проснулась, только чувствую, что еще мое тело не обернулось шелком ливня, грозой ручьем окрыляется сизый ворон и ныряет в мои зрачки, прорастает корнями ворон, прилетели за мной грачи, я не сплю и уже вдыхаю утро звонкого аромат, отпусти себя, не теряя, нашептал мне вишневый сад. Влажный воздух и свежий ветер успокоит меня до глубин и впускающих новый мир, открывающихся навстречу среди этих чужих мгновений. Между сном и небытием пробуждаюсь от песнопений, под которые быть дождем. Просыпается росомаха, кладя голову мне на плечо. Не буди меня, я проснусь. Чувствую, что еще мое тело не обернулось шелком ливня, грозой ручьем, мое тело не обернулось шелком ливня, грозой. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Не буди меня». Стихи Надежды Мэо. Музыка исполнения Самуила Фрумовича.